Сейчас мы с вами поговорим о постшоу проекта «Холостяк. Как выйти замуж» на телеканале СТБ. А я напоминаю, что вы на канале разборов анонсов, обзоров телепередач, который имеет название «Оксана Гетман. Телеклуб». Подписывайтесь. И как всегда, прошу вас написать мне, какая из холостячек вам нравится больше всего, за кого вы болеете. Не изменились ли у вас предпочтения? Последним, или как принято говорить в телевизионном и киношном обществе, крайнем выпуске, еще оговаривалась вот такая замечательная история. Стоит ли заниматься интимом на первом свидании? И наша эксперт, уважаемая супермама, поделилась тем, что она начала свои отношения со своим мужем именно с такого вот первого свидания. Прошу заметить, что даже Решетник акцентировал внимание на том, что он не пропагандирует именно такой способ знакомства. Я с ним абсолютно согласна. Да, с любого правила бывают исключения, бывают такие случаи, когда люди после первой ночи даже женятся. Но в тотальном большинстве случаев наоборот, особенно когда девочки молоденькие, когда наивные, а мужчины совсем не собираются жениться, им еще тоже рано, они тоже молоды. Подобный вариант прокатит только тогда, когда оба человека настроены серьезно и в основном они немножко постарше, потому что они собираются и готовы жениться. А в большинстве случаев вас просто ждет разбитое сердце. Думайте головой. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!